В Восточном Казахстане завершаются районные отборочные туры телевизионного мегапроекта «Мен Казахпан». Очередное музыкальное состязание прошло в Курчумском районе. 15 конкурсантов боролись за шанс участвовать в проекте на областном уровне. Напомним, проект в жанре реалити-шоу традиционной песни «Мен Казахпан» нацелен на развитие национального достояния, искусства исполнения терме и киев, а также народной песни. Участники отборочного тура в Курчумском районе – непрофессиональные музыканты. Многие из них работают в различных сферах, отнюдь не творческих. Пожарные, инженеры, военные собрались на одной сцене с главной целью – популяризировать народное искусство. Выступающий из Терме Куандык Оралбаев работает в воинской части 25-35, вырос в семье талантливых людей и с детства не расставался с домброй. У мужчины нет профессионального музыкального образования, однако на отборочном туре он сумел поразить своим мастерством членов жюри. Алдаяу, алдай, алдаяу, дүние төгіп алдаяу. Алдынған күндер талпынған ау жәудем деп қара бардымнан. Жәудем деп қара бардымнан, қалдаяу бәрі қалдаяу. Вообще я выступал в жанре терме, но члены жюри попросили спеть еще одну композицию. Я исполнил традиционную песню. Ощущения непередаваемые. Я давно мечтал участвовать в подобных проектах. Из Курчумского района четверо конкурсантов прошли в следующий этап. Среди них исполнитель традиционной песни, исполнитель жанра терме, а также два кюиши. Я с детства играю на домбре. Никто меня этому мастерству не учил. Я не знаю нотной грамотности. Композиции могу воспроизводить на слух. Сейчас работаю инженером в Курчумском лесном хозяйстве. Отрадно знать, что есть такие проекты. Ведь много желающих участвовать останавливает расстояние. Кто-то не может выехать в областной центр из-за финансовых трудностей. А ведь в селах очень много талантов. Отобранных участников ждет новое испытание – состязание на областном уровне. В случае победы конкурсанты смогут показать свое творчество в республиканских масштабах. Напомню, что в прошлом году на конкурс поступило более 3000 заявок. Из них было отобрано около 700 исполнителей со всей страны, а 57 из них получили путевку на республиканский телевизионный конкурс. В проекте были задействованы не только казахстанцы, но и казахоязычные музыканты из России, Китая и Монголии. Флюра Сарсенбинова, Ерлан Кудербаев, Алтай Акпарат, Курчумский район.